Хай-хай, с вами Суперкошка, и у меня есть совет для вас. Совет номер один. Если вы вызываете духов, которые будут из-за других, нужно их вызывать сначала в Алёшке. Например, египетского кота. Но я еще не пробовала никого. Ну ладно. Я точно не по всем попробую вызвать духа. Это не два. Если это вы вызвали, например, шефа убийцы, лучше не дать графики, лучше скорее его перестать вызывать, потому что он может быть. Совет номер три. Если вы вызываете шефа кота, хотя если он придет, когда он придет, не видит, но если его не...